лет ко мне пришла идея сделать 1000 курутов дома, сама, своими руками. Я подумала, что это прикольная и простая идея. Но это прикольная идея, но, увы, не такая уж простая. Я уже 10-й день делаю куруты, и вот эти 10 дней пропахли самим курутом. Сейчас я делаю последнюю партию. Кто не знает, курут – это вот такие шарики из кисломолочного продукта. Они очень вкусные. А здесь моя масса, из которой я буду делать курут. Берем немного маслы. Видите, она похожа на творог, такая зернистая и рассыпчатая. Ее вот так надо разминать, потому что она должна клеиться, чтобы образовался шарик. И крутим. Вуаля! Курут готов. Я 10 дней крутила вот такие шарики. Как я уже сказала, куруты я делала 10 дней. Давайте вернемся назад и посмотрим, какие этапы прошло молоко, чтобы превратиться в вот такой твердый шарик. Для начала кипятим молоко на среднем огне в течение 20 минут, для того, чтобы испарилась лишняя влага. Молоко сварилось и остудилось до комнатной температуры. А теперь к молоку отправляем закваску. В качестве закваски я использую кефир. Тщательно перемешиваем. И накрываем полотенцем, оставляем на сутки. Вот и прошли сутки, посмотрим, что с нашим молоком. Посмотрите, наше молоко поменяло цвет. Молоко превратилось в простоквашу. Следующий этап. Отправляем простоквашу в хлопчатобумажный мешочек, для того, чтобы вся сыворотка сбежала. Простоквашу выливаю в мешочек из хлопчатобумажной ткани. Натягиваем вот так. И выливаем. Завязываем мешочек. Мешочек я завязала на стремянке на балконе. Под него я подставила тазик, чтобы сыворотка сбежала. Мешочек оставляем на сутки. Итак, наша простокваша 2 дня провисела в хлопчатобумажном мешке. И еще 2 дня она простояла под прессом, и из-за этого превратилась в вот такую плотную массу. Сейчас я добавлю в нее соль и как тесто замешиваю. Вот, эту массу я уже посолила, так что я просто сейчас замешаю. Смотрите, такая вот суфлеобразная масса у нас получилась. Ее очень приятно трогать, и она совсем к рукам не липнет. Всем привет! Я уже который день снимаю видео про куруты. Моя простокваша провисела в хлопчатобумажном мешке 2 дня. С него сбежала вся сыворотка. И еще 2 дня она пролежала под прессом и превратилась в вот такую плотную массу, очень сухую. Сейчас я всю эту массу перекладываю в мисочку. Смотрите, она прям пластами отрывается, на творог похож. Похожа.
Ее тут довольно много. Посолим нашу массу и замешиваем прям как тесто. Эта масса приятная на ощупь, очень похожа на творог. Друзья! Это курутик номер 1000. Если вы никогда не видели много-много курутов, а точнее 1000 за один раз, то это выглядит вот так. На приготовление 1000 курутов у меня ушло 100 литров молока и 10 дней. То есть я каждый день кипятила 10 литров молока, делала из этого простоквашу, крутила куруты и оставляла засыхать. Я немножко поэкспериментировала и в одну часть курутов добавила свекольный сок, получились розовые куруты. В одну часть добавила сок шпината и получились зеленые куруты. Также я добавила сушеную паприку, получились такие коричневатые куруты. В две штучки я добавила голубой краситель. И они стали голубыми. Большую часть курутов я сделала белыми, потому что мне нравится их натуральный цвет. Формы у моих курутов также разные. Есть такие палочки, есть куруты с ямочками, есть таблеточки и есть просто кружочки. Друзья, экспериментируйте, делайте курут. Это, конечно, не так уж и легко, но посмотрите, какой приятный результат. Делайте куруты вместе со своими друзьями, родственниками, потому что вместе всегда веселее. Всем пока!